технопарке сегодня прошел отбор финалистов всероссийского конкурса «Умник». Это программа для молодых инноваторов с возможностью получить грант в размере 500 тысяч рублей. Эксперты высоко оценивают шансы тюменцев. За всю историю «Умника» грант получили 335 наших ученых. Некоторые стали резидентами технопарка. За крупную сумму борется в том числе студент медицинского вуза. Он разработал электрокардиоскоп. Прибор позволяет визуализировать нарушение ритма сердца с помощью экрана. По оценкам инноватора, на реализацию идеи ему не хватает 500 000 рублей. Главное – это продажи. Продажи первичны, но это сложный технический продукт. Тут сложные научные составляющие. Мы реализуем совместно с кардиологическим научным центром. Поэтому здесь все-таки необходимо дополнительное финансирование помимо продаж. На финале сегодня мы оцениваем потенциал коммерческие проекты, которые представляют наши заявители. Сегодня мы не узнаем имена победителей, мы узнаем их чуть позже. После дополнительной экспертизы, дополнительного рассмотрения на конкурсной комиссии уже ряда регионов, ряда финалистов.